Маленький Павлик помогает старшим брату и сестре собирать сумки. Завтра им ехать в лагерь. Укладывая вещи, ребята мечтают, как впервые полетят на самолете, будут купаться в море. Каникулы для них, детей из многодетной семьи, начнутся в крымском оздоровительном лагере. Сюда я буду записывать впечатления. Их у меня в лагере будет много. Очень приятно, что первый старт дан именно наших детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые в этом году по линии Министерства социальной защиты Московской области, буквально 26 числа, то есть позавчера, улетели в Крым благополучно, слава богу, долетели. Начальник управления образования Дмитрий Волков отметил, что в этом году на 5 детей больше смогло поехать в Крым по сравнению с прошлым годом. Дотационный статус района, надо сказать, никак не повлиял на возможность предоставления полноценного отдыха для школьников. В районе будет работать 21 площадка при школах, садах, оздоровительных центрах. Мы совместно с комиссией под председательством главы Ленинского муниципального района Олега Владимировича Хромова произвели приемку этих учреждений. Они на сегодняшний день все приняты. Завтра мы принимаем последний лагерь. Он не имеет отношения к нашей дети, находящейся в системе образования, там не будет в этом году находиться. Но с учетом того, что он находится на территории Ленинского района, это круглогодичный лагерь «Салют». И мы его должны в сельском поселении Володарск обязательно принять. Более 5000 детей отдохнут в таких лагерях. Первые смены начнутся уже с начала следующей недели. Всего же на летнюю оздоровительную кампанию выделено в нынешнем году более 15 миллионов рублей. Причем более 10 миллионов из них из местного бюджета. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Константин Брылов, Наталья Буслаева. Видное ТВ.